Привет, друзья! Сегодня у нас обзор китайского ширпотреба. Как и обещал, набор шестигранных головок для шуруповерта. Давайте мы его сейчас аккуратненько расковыряем. Вынимаем. В наборе 14 штук. 7 метрических и 7 дюймовых. Давайте вынимем и посмотрим. Не так просто это сделать. Головочки. Надфилечек. Проверяем твердость стали. Здесь немножко тверже, здесь немножко мягче. Лучше всего это сделать на станочке. Сталь каленая. Но проверим хвостовичок. И самый маленький. Нормалек. Одни закалены чуть сильнее, а другие чуть слабее. Единиц до 40, не больше. А сейчас давайте протестируем. И есть у меня такая деревяха. Попробуем закрутить в нее шурупы. Так, ключик десяточка. Не тут-то было. Вынимаем. Так, это вынули. Ключик вставили. И вперед. Как-то так. Смотрим ключики. Значит, как я уже сказал, 14 штук, метрических 7. На 5, 5 и 5, 6, 7, 8, 10 и 12. Давно мечтал себе купить такой наборчик. Ну, как-то так. Всем, кто смотрел, спасибо. Ставим пальцы. И до следующих видео. Всем пока.